85 рабочих и 29 единиц техники. Улица Чистякова сейчас находится в стадии активных строительных работ. Сейчас один из самых сложных этапов – переустройство коммуникаций, таких как водопроводные сети, сети газоснабжения, электрические кабельные линии. Параллельно ведется строительство ливневой канализации, новой автомобильной дороги и устройство ее основания. Сегодняшняя задача – это завершить как можно быстрее работы по переустройству коммуникаций, которые сдерживают строительство самой автомобильной дороги, и в полной мере приступить к устройству конструкции дорожной одежды, укладки асфальта и устройства пешеходных тротуаров. Работы идут по графику, несмотря на трудности, которых немало. Ведь строительство ведется в густонаселенном микрорайоне. Микрорайон с интенсивным движением транспортных средств. Естественно, есть определенные сложности, но которые своевременно решаются и не влияют на общие сроки производства работ. На данный момент готовность объекта 32%. Помимо реконструкции улицы Чистяковой, строится новый участок протяженностью 1890 метров с выходом на Московскую кольцевую автодорогу. Полностью работы завершат до конца 2022 года. Эмилия Рыклян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».